23.01. Снимаем микросхему 23.01. Это у нас iPhone 6. Всем доброго дня. Перенесли мне телефон сервиса. Ребята меняли дисплейный модуль и проверили микросхему 23.01. В результате чего не работают обе камеры. Передняя, не задняя. Очень маленькая микросхема, довольно часто приходится их менять, потому что незнающие люди неаккуратно меняют дисплейные модуля, либо производят другой ремонт, в результате чего постоянно что-то ломают. Снимаем компаунд. Микросхему можно заказать на Али. Она очень маленькая по своим размерам. Можно снять с донора, как делаю я. Доноров у меня немерено, поэтому ни разу еще не заказывал ее. Видел, что продается, конечно. Аккуратно снимаем. Реболить ее не надо. Ура. Amigo. Dime. ¿Cuánto me cuesta cambiar una pantalla del Samsung Galaxy Note 3? Note 3? Sí, Note 3. Más de 100 euros. Más de 100 euros. Más. ¿Pero el original? Sí. 100 euros. Прошу прощения, меня отвлекли не по делу. Ходят, спрашивают цены, ищут где дешевле. Так, снимаем микросхему. Да. Да. По-русски. По-русски. Угу. Тот самый iPhone, на котором 246-808, на котором свернули микросхему питания камеры. Вот как видите, она не работает. Передняя, задняя. Еле зарядил iPhone. Китайская батарея стоит, аппарат, видавший жизнь походу, китайский дисплей, китайская батарея, еле-еле заряжается. Поставлю ее сейчас на оригинальную зарядку. То есть на универсальную. Вот она, та самая микросхема, как видите.
отколотая, без компаунда. Это я уже отодрал. Здесь вот скол, то есть микросхема стеклянная. Отлично видно, да, что она повреждена. Сейчас мы ее заменим. И все работает. Надеюсь. Если больше ничего не свернули. Сняли сломанную. Давайте очистим площадку. Нанесли припой прям на площадку, на системные плате. Приболить микросхему мы не будем. Я считаю, в этом нет смысла, она слишком маленькая. Вот. Вполне достаточно будет нанести на нее припой, так же, как нанесли на системную плату. И все прекрасно схватится. Давайте ее очистим, она очень хрупкая, аккуратно. Дабы не сломать ее повторно. Снимаем компаунд оставшийся. Здесь, мне кажется, только под микроскопом. Без микроскопа заменить ее будет сложновато, она очень маленькая. Ура, Дима. Ну.
все. Вот вам реболлинг. Этого вполне достаточно. Наверное, больше не получится приблизить. Да. Итак, ставим. Не перепутайте ее направление. Двадцать температура нижнего контактного подогрева у меня, как обычно, 260-270 фен. Поплыла. Все. Очищаем от флюса. Вот здесь, я думаю, прекрасно видно. Сломанная, которую мы заменили. Батарея немного подзарядилась. Включаем телефон.
246 808 246 808. Вот, камера заработала, задняя. Передняя. Все отлично. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Как видите, этот вопрос решается легко. Я за эту работу беру 40 евро. Все, собираю телефон, как положено, и возвращаю клиенту. До новых встреч, подписывайтесь, жду комментарии.